Life is good. You know what I mean? Like, 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Hold me tight, I have a pistol. Собираемся ехать на каток. Настроение, если такими словами приличными сказать, мягко говоря, нет. Вот именно. Не знаю почему. Может, из-за того, что я не выспалась сегодня. Наверное, из-за этого. Мы один раз прокатались по кольцу на коньках. Это мой первый выход на лед. Хочу сказать, что у меня очень болят ноги, что я не ожидала, что будет так. Но не знаю, смешаны какие-то эмоции и чувства. Сомнений встречай, повороты судьбы, смысл жизни ищи, и в сомнениях любых помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее любви. Итак, вот я стою на коньках, да, вот в моей эмоции. Это тяжело, это непонятно, потому что я вообще первый раз на них стою. Но после первого круга мне вообще надо было типа свыкнуться, привыкнуть, как это все делать. А второй круг был полегче, получше, мне кажется, да. Мой вот тут тренер по фигурному катанию сказал, что у меня второй раз как бы лучше получилось. Ну вот, да, вот такая вот я фигуристка. Я считаю, это победа. Я считаю, что это победа. Мы пришли в торговый центр. Я хочу сказать то, что я ехала сюда за эмоциями от катка, и я эти эмоции получила. Мне очень понравилось. Мы идем в роддом. Мы приехали. Но только мы приехали не прям в сам роддом, а... Короче, до него еще надо дойти. Погода. Полный мрак. Дождь. Идет. Ливень прям. Это вообще кошмар какой-то. Очень тепло. Я не знаю, видно вам или нет, какой сильный дождь. Ну, в общем, да. Идем. Весна скоро. Не туда пришли? Кошмар. Все-таки мы шли туда, и мы нашли. Ты хочешь сказать, что мы на территории роддома? Да. Да? Да. Нифига. Вот. Такая вот. Сейчас мы зайдем с какого-то, ну, не с парадного явно фото. Персонального, так скажем. Ну да не. А может быть и он реально? А мы куда идем? Ты так сознанием дел прям идешь, как будто ты знаешь куда. Посмотрите, какие тут. Это вообще что такое? Да, то есть тут круги наматываем. Ходим. Я просто вся мокрая. О, две двери каких-то. А-а-а! А-а-а!
Закай, Вики. Вики. Мы сходили в роддом, а сейчас мы идем в детский мир покупать подарок. Вот. Но мы еще пока не определились, что мы будем покупать, потому что мы не знаем. Но есть предположительно, что мы хотим. Вот. Хочу вам показать, как я придумала гениально продлить вот эту лампу, потому что она была вот такая вот короткая, а теперь я придумала, она теперь такая длинная, и все цветы будут тянуться наверх, а не в бок или куда-то еще. Хочу вам показать, что стало с лилией, видите, там уже два цветочка таких, но вообще такая здоровая стала. А это вторая лилия, которая белая. Хочу сказать, у нас теплая погода. Все почти растаяло, потому что два дня было тепло. Сегодня еще сухо, вот на самом деле, потому что вчера был вот просто такой потоп. Все текло, все реки, там уже сухой асфальт. Ну что, весна, завтра уже, сегодня 28 февраля. Завтра первый день весны будет. Я рада. Пережили зиму. Мы еще не пережили, еще завтра. В общем, да. Как-то так. Вот эта дама грызет наушники, которые грызть нельзя. На 5 минут вышел, даже на 5 секунд. А она уже все грызет. Бусь, ну это что такое? Как ты это прокомментируешь? И довольная, наелась. Довольная? В мире животных.